26 нокаутов, более чем полусотни профессиональных боев. И это лишь по правилам ММА. Чемпион мира и Европы по кикбоксингу, чемпион мира по универсальному бою, чемпион мира по кикджитсу и победитель международных турниров по боксу и кэйвану. И всеми этими достижениями обладает один человек. Константин Глухов является образцом настоящего олдскульного бойца, который бился чуть ли не каждую неделю на самых различных турнирах, был готов сразиться с кем угодно и принимал любой вызов. При этом его стиль являлся одним из самых зрелищных в тяжелом весе. Сегодня мы расскажем вам о хардкорном турнире Ultimate Cage Fighters Championship, который прошел в декабре 2010 года в Австрии. На кону стоял главный приз в 20 тысяч евро, а бились за него сразу 16 европейских тяжеловесов. И чтобы завоевать титул, надо было держать 4 победы за один вечер. Все видеоматериалы по данному турниру взяты с YouTube-канала самого Кости Глухова. Ссылочка будет в описании. Обязательно переходите по ней, там вы найдете много раритетных боев и обучающие видео от самого Константина. И да, один из 4 нокаутов в данном видео будет техническим. Можете писать гневные комментарии. Ну или наоборот, поблагодарить за раритетные бои одного из крутейших нокаутеров своего времени. В общем, пишите, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал и на канал Кости Глухова. А мы начинаем. В первом бою Константин встречался с немецким гигантом Крисом Малле, который весил по 140 кг и носил впечатляющее прозвище «Зверь». В четвертьфинале Костю поджидал старый знакомый, Григор Ашокбабян, также топовый ударник-нокаутер, с которым Глухов встречался годом ранее на первом турнире данной организации. И тот бой реально вошел в историю. Знаете, сколько он продолжался? 78 минут. Два раунда по 5 минут прошли. А потом организаторы решили, что можно дать дополнительное время, и просто не останавливали таймер. В итоге на 68-й минуте третьего раунда угловые Григора все же выкинули полотенце. А спустя год Костю ожидал реванш. Yeah!
zu haben, ja. Zum Beispiel du, spazieren gehen wir.
полуфинале Глухова снова ждал бой с историей. Ведь годом ранее, после 78-минутного марафона с Ашукбабяном, он практически без отдыха сразу же вышел на полуфинальный бой с грозным сербским тяжеловесом Миодрагом Петковичем. И ожидаемо, уже на 30-й секунде тогда Костя получил травму колена, закончившую для него тот поход за титулом. Сейчас же снова полуфинал, и снова все тот же серб, за плечами которого было к тому времени 47 профессиональных боев. Привяжись, Костя. Не болаться, не напрямь, гадите! Привяжись. Тако е, ту ногу му начи, дижи десну руку горе! Десна го, руки горе, бре! Тако, руши га! Evo, руши га! Изазь, усте гор! Проши 40! Руки горе! Слево е, Костя. Руки горе! Само тако не стои, пази, десна рука горе! Привяжись, Костя. Десну! Руку горе! Да. Пенни кик! Да, движение, да. Минут прошел! Горе! Моци! Стани доле! Дам ста! Минут 10! Подними! Минут 15! Руки горе! Руки горе! Моци браду! Шаци, пуци, беби, маузи! Zakopio te! Prednji kroše zadnji kik, kamo! Zadnji, prednji kroše zadnji kik, kamo! Priđi malo, cimaj! Prisukaj! Sada! Zađe dati! Minut 14! Prisukaj! Ništa to! Minut 50! Ruke gore, prednji kroše zadnji kik! A prednji kroše zadnji kik! Присукає. А покрене вате. Молодец. Отлично. Два. Присукає. Держи десну руку, горе. Пати, що там ти десь ти треба. Гаси. Ай, горе. Гаси. Держи зуга. Гаси. Да, гаси. А ти се гаси дальше. А он дай то се пале. Дай то се да. Ещё. Давай, убивай. Стани ту! 2,5 минути! 2,5! Поднимай! Стани доле! Убивай кожу! Ама, стань! Давай, сразу! Давай! Хорошо! А в ёбе я тебе не хочу там! Привяжись! Гаси! Кроши га на вуц! Айму кроши! Кроши! Гаси! Хорошо! Пойди! Гаси, да! Застань! Так, ой, ту, остань! 2,50! Нека преграй! Medical injury! Gosti! Gerno Henniger! Sieger aber mit dem ersten Finalist der MMA Championships Konstantin Lubos! Das versteht man auch die Doppelbedeutung des Wortes Monkey Winner. И вот финальная битва. На кону 20 тысяч евро. А против Кости, не знающий поражений, болгарин Радослав Радев, который, так же как и Глухов, на пути к финалу досрочно забил всех трех своих оппонентов пудовыми кулаками. Главное сражение ознаменовалось и самым зрелищным нокаутом того вечера. Спокойно, Костя.
Акнсу. Напрягайся. Молодец, не спеши. Отдыхай. Молодец!